Слышишь, ты ныкай волыну, сталкер, а то ща прищучу. Приветствую всех на моем канале, дорогие друзья, гости, подписчики. Всем привет. Сегодня покажу, как я достал контейнер коряги, который спрятал на заброшенной заправке. Ну, а пока немножко спойлеров. Наш коряга оказался крысёнышем, и есть такая миссия уже почти в самом конце, когда нужно уходить из затона. Есть одна интересная миссия, которая коряга нас обманывает, крадет весь шмот, и за ним нужно долго и нудно гоняться. Если вам будет интересна эта миссия, вы можете найти его. Хорошее, интересное видео, полезное на моем канале. Ну а пока мы отправляемся на заправку. В разное время суток здесь можно встретить очень много разных мутантов, поэтому осторожно, будьте аккуратны. И да, есть здесь еще на крыше заправки тайничок, в котором хороший броник лежит, и там пару бутылок воды. Ни о чем. Ну, предварительно я уже достал весь этот хабарчик, опустошил, поэтому покажу просто, как туда попасть. Потому что буквально пару месяцев назад или в прошлом году, я уже не помню. В прошлом году, наверное. И я просто не мог попасть и забрать этот тайник. Я весь интернет обрыл, как шакал. И в конце концов я нашел. Спасибо, и нашлись добрые люди, подсказали. Ну а вот на этой колонии будет лежать броник. Ну и там пару бутылок водок. В общем, ни о чем. А, да, кстати, вон там аномалия Соснодуб. Там тоже на Соснодубе хороший артефакт, и под ним хороший артефакт. А пока сейчас пощупаю жмуриков. Так, что у нас тут? Ничего. Ага, еще один есть. Кстати, каких-то три недособаки покусали такую бригаду из 4 человек вольных сталкеров. Как такое может быть? Мне не расскажете. Какие-то вообще доходяги попёрли всю зону. Так, ну да ладно. Пора уже спускаться за контейнером. А контейнер у нас лежит в расщелине, в которую нужно попасть очень аккуратно, в принципе. Тут нужно уметь прыгать как кенгуру. Вон там внизу наш запорожец. Опа! Почти не расшиб коленки. Радиация еще все время долбит. Так. Да, будьте готовы к выбросу. Потому что как только вы заберете контейнер из запорожца, начнется выброс. Его можно, в принципе, переждать в этой норе, но там куча снорков. И как их пройти, и сколько их там, у меня тоже скоро будет отдельное видео. Именно по сноркам будет карта снорков в этой расщелине и как быстрее выбраться из этой расщелины. Так что не пропустите. Так, ну что, погнали к коряге. Так, я забрал контейнер. Вот у меня стальной ящик для коряги. Ну и как послушай себя,
Мы сейчас будем делить. Ну, я, наверное, пойду по другому пути и не буду с тобой делиться, потому что ты коряга. Привет, брат! Редиска, нехороший человек. Здорово. Я попрошу Кардана взломать контейнер. Это мы легко 500, и все будет в лучшем виде. 500, да, я еще подумаю. После водки сколько будет, интересно. Ну, чтоб руки не дрожали. Та-да. 500. Подумаем еще. Еще прибухня. Это чтоб работа спорилась? Давай, давай. И? Да ты что? 500. Ну, хорошо. Что-то как-то дороговато. Подумаю еще. Схожу-ка я. К другому технику. Наянов, к примеру. Пойду посмотрю, что почем у азота. А, привет! Ну я же не медвежатник, железо кромсать не приучен. Буду по электронике вопросы, тогда да, обращайся. Понятно. Лошара. Такую простую работу не можешь выполнить. Ну что ж, пришлось вернуться к нашему кардану. Кардану. Сейчас как... в общем, не важно. Разблокировал я за 500 рублей. И что мы имеем? Ага, фора, шлем, АКМ, душа, препараты, научная аптечка. Ну, в принципе, неплохо. А так бы я это все делил с крысенышем корягой. Все, пока. А если ты еще не подписался и не включил колокольчик, да, значит тебе нечего делать в зоне отчуждения.